Друзья, буквально таки несколько минут назад Яндекс запустил Яндекс Пэй. Теперь быстро и удобно можно привязать карту к аккаунту Яндекса. Быстрый и удобный способ оплаты от Яндекса. Привяжите карту к аккаунту на Яндексе и оплачивайте покупки на сайтах. Несколько кликов. Вот прямо здесь есть кнопка. Нажимаете, привязывайте карту. Как он работает при покупке с Яндекс Пэй? Не нужно вводить данные карты. Вся информация подтянется из вашего аккаунта в Яндексе. Ну, здесь остается только нажать на кнопочку Яндекс Пэй, красную вот такую. А почему это удобно? Если к аккаунту привязан несколько карт, вы можете выбрать, с какой из них деньги списать. Почему это безопасно? Вам не придется оставлять данные карты в разных сайтах, они будут храниться в Яндексе в зашифрованном виде. Ищите кнопку Яндекс Пэй на любимых сайтах. Ну, вот здесь сайты, которые сотрудничают, Cello, LaMod, но я думаю, сейчас все будут сотрудничать. Так что, друзья, вот такая вот новость. Ссылка будет в описании. Это официальный сайт Яндекс.Пэй. Здесь можно официально привязать карту к вашему аккаунту. Ссылка в описании. Ну, а вам я говорю всего доброго. Всем пока. До свидания.